Новый МФЦ «Мои документы» расположен в поселке Заводской по улице Черноморская. Одновременно он сможет обслуживать 2 человека, что для поселка неплохая цифра. Ура! Ну, допустим, возьмем услугу государственной регистрации прав с недвижимостью. Раньше, год назад, чтобы сделать эту сделку, нужно было в 5 утра занимать очередь. Теперь никаких очередей и скандалов. Здесь же жители смогут зайти в личный кабинет единого портала госуслуг или получить необходимую консультацию в режиме онлайн. С чего мы начинали? 14 муниципальных услуг, МФЦ центральный, первый месяц работы 105 человек к нам пришло. На сегодняшний день 194 федеральных, то есть государственных и федеральных и муниципальных услуги и 28 тысяч обращений в год обработано наших жителей. Напомним, открытие МФЦ в Приморье и в Артеме в частности реализуется в рамках исполнения майских указов президента России Владимира Путина. Максим Шпак, Сергей Корнеев, Слава Нурик, городские новости.